Любой житель Нижнего Новгорода может стать волонтером и оказывать помощь нуждающимся в период пандемии. В городе стартовала акция «Всем Нижним». В ТОСах готовят продуктовые наборы для тех, кто обращается за поддержкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы волонтеры проекта «Всем Нижним». Привезли вам поддержку. «Всем Нижним». Помогаем всем, кто нуждается. Спасибо вам большое за вашу помощь, и что есть вы, и что помогаете в трудный момент. Я огромно вам благодарна за все. Мы приняли решение участвовать в акции «Всем Нижним», потому что эта акция подразумевает под собой добрососедство, помощь людям, тем гражданам, тем жителям Нижнего Новгорода, которым сейчас необходима помощь. Нам давно помогают очень. У меня двое детей. Нам каждый день привозят покушать. И котлеты, рыба, и с рисом, макароны, там, и сладости, и чай, и кофе обязательно. Мы пережили много уже всяких вирусов. И, наверное, я думаю, с Божьей помощью переживем и это. Вот, если будем друг другу помогать. По инициативе территориальных общин самоуправления Нижнего Новгорода и общественных организаций Нижнего Новгорода мы запускаем благотворительную акцию, называется «Всем Нижним». Эта акция направлена на создание условий для помощи нижегородцам на базе именно ОНО, общественного управления Нижнего Новгорода. Мы будем операторами этой акции, организуем этот процесс. Очень важно, на самом деле, сегодня объединиться, и сама акция, которая называется «Всем Нижним», это как раз поддержка нижегородцами, тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Заявок огромное количество, в принципе, да, потому что люди все-таки переживают о своем состоянии. Обычный житель может стать элементарно волонтером, как вот замечательные парни, которые сегодня эти продукты разводят по городу. Элементарно нужно взять с собой перчатки, взять с собой марлевую повязку, все меры предосторожности соблюсти и, соответственно, обратиться либо, значит, конкретно в центр этой акции, и, соответственно, можно обратиться в любой из соседских центров, которые у нас сейчас открыты, по-моему, около 16 штук в Нижнем Новгороде.